На 2 балла они опережали наших. Пушка ж Гуэрейра. Вдохновенно, очень здорово откатали канадцы с настроением. Очень неплохое скольжение, хорошие поддержки. Они не выглядели трюками, они были проходящие. Все было как-то очень умеренно и очень плавно сделано, организовано. Очень неплохое впечатление оставляет программа. На самом деле, конечно, это так очень интересно сравнивать канадцев, которые только что закончили, с Катей Пушкушей, Джонатаном Гуэрейро, которые катались перед ними. Так что ровесники, причем абсолютно ровесники, по 20 лет партнершам, по 21 году партнерам. В свое время очень была хорошая пара Ванесса Крон, Пол Фурье, которая
позапрошлом сезоне соперничала как раз с парой Пушкаш-Гуэрера, и тогда наши были вторые на юниорском мире, а вот как раз а канадцы никогда проиграли. А Пайпер Джин каталась за Донахью. Очень тоже неплохо. Причем очень интересно сравнить этих ровесников, наших и канадцев. И видна разница в школе, видна разница в подходе, да, который сейчас проповедуют североамериканские танцевальные дуэты. Ну, не знаете, как у них вот с появлением этих чемпионов, будем говорить так, группы чемпионов, появился новый вдох, такой новый вдох. И они почувствовали, что то, что они делают, это правильно. Это, наверное, самое главное, когда тренерский состав, я не знаю, может, федерация, может быть, группа спортсменов, которые занимаются в этом виде, почувствуют, что они правильно идут дорогой. И они не смотрят вперед, в будущее, они идут правильной дорогой. Это, знаете, как один человек сказал, что не смотри никогда вперед, не смотри вперед, а идешь правильной дорогой. Вот, надо работать, надо делать хорошие программы. Вот посмотрите, какая интересная поддержка. Вот сколько человек может придумать, да, уже мы видели много вариантов поддержки. Они, вот кстати, это... очень оригинальные в своих поддержках, очень оригинальные. И вообще работу тренеров Кэрол и Джона Лейн и Юриса Разгуляйца очень хочется отметить, потому что такие молодые тренеры, которые... Ну, ищут, чтобы стать известными, да. Конечно. И вот даже, например, они, у них была поддержка у ребят, которые они сначала взяли у Навки и Костомарова, да, когда вот они так лежат друг на друге. Варианты на берут. Да, потом они из этой поддержки перешли в следующую позицию, партнерство на колени. Конечно. Вот такой свечки, так скажем. Смотрите, 135-86. Представляете, это вся сумма.